Мене звати Корній Грицюк. Я український кінорежисер. Цей фільм – моє візуальне дослідження російського кінематографу, який є важливим інструментом Кремля у його війнах не тільки проти України. Чеченці, розумієш, бандити, причому професіонально обучені. Так це бандити. А чеченці і є бандити. Всі? Да всі. Грузинские войска, по сути, совершили акт агрессии против российских миротворцев и мирных жителей. Если мы ответим военными действиями, запомните мои слова. Нас назовут агрессорами. Что касается Крыма, то он был и останется и русским, и украинским, и крымско-татарским. Но никогда не будет бендеровским. Откуда взялись эти бендеровцы? Обыкновенные бандиты за деньги работают, за наркоту, а прикрываются идеологией. Говорят, Крым — это наша земля, украинская. А если сами говорят, не уедете, мы вас скоро резать начнем. Группировка сил Российской Федерации на территории Сирийской Арабской Республики построена. Первый раз в Сирию. А что, заметно? Ну что, грустный такой. Переживаешь, наверное. Да ладно, ты не ссы. У нас там весело, да, пацаны? ЧВК «Вагнер» проводит РПД. Делает Россию еще более великой на всех континентах. А Африку еще более свободной. Американцы ж, они за демократию борются. А мы за справедливость. Усе це – наслідок не лише прямої російської агресії, а й фабрики пропаганди, яка не зупиняє свою роботу.